вспомнила про свои бархатцы, мне надо их посеять, потому что мне надо будет для клумбы. Так что вот, я уже приготовила грунт. Сейчас мы сделаем луночки. Луночки я буду делать с помощью линейки. Так, вот такие вот луночки. Сейчас мы будем раскладывать семена. Посмотрите, сколько семян в этом пакетике. Офигеть, даже не хватит мне на мои посадки. Боже, их тут 5 штук, наверное. И, конечно, название говорит само за себя. Не покупайте. Тут их мизер. Тут просто мизер. Еще их взяли, подстригли. Я такое первый раз вижу. Вот эти вот кончики белые, они должны быть длинненькие, вот такие вот. Нормальные, обыкновенные бархатцы. Вот как сюда нормально положили семян. Украинский производитель. Украинский производитель. Да. Ну что ж, будем сеять дальше. Вот так я разложила семена. Обозначила возле каждого ряда. Себе сделала пометку. А. Орликин. Б. Белый. Л. Лайм. Посмотрим, что с этих стриженных красавцев получится. Посмотрим, что с этих стриженных чуд у нас вырастет. Я такое первый раз вижу. Это просто вообще. В общем, сорт называется вот так вот. It's the Lime Green. Зачем стричь семена? Чтобы они поместились в пакетик, разве что. Ой, вообще. В общем, да. Много мне бархатцев не нужно. Это мне для клумбы. Остальное будет высеяно в открытый грунт. Все, что осталось. Так. И я сейчас это присыплю сверху грунтом. Засыпала наши бархатцы я грунтом. Рассыпчатым, сухим сверху. И если вам нужно быстро всходы, то есть можно сделать тепличку. Покрыть сверху пакетом. А так бархатцы до такой степени неприхотливые, что они зайдут и так, если вы никуда не спешите, на теплом подоконнике, они прекрасно всходят, они неприхотливые. Вот. Так что да, такие бархатцы. Интересно мне даже, что получится у нас, что тут пишут. Уникальная краска, соцветие до 12. Компактные растения. Тут даже сроки посева у них указаны позже. 4-5 месяц. Боже, как же мне угорать было заказать русские семена. Это все из-за расцветки. Так, это в обычных бархатцах. В обычных бархатцах. Наших нормальных, украинских. Сроки посадки 3-4 месяц. Всем пока. Удачных вам цветов. Закрыли пакетом, сделали парниковый эффект. Это не петрушка. Я формировала в форме такого круглого деревца обычный калачик по-научному.
Но у меня все думают, что это петрушка. А похоже, кстати. Вот у меня уже зашли бархатцы, но правда еще неравномерно. Боже, они так быстро зашли, я не знаю, наверное, за дня три. Под пленкой они у меня были. Ну вот, пожалуй, самое интересное. В конечном итоге, сколько чего зашло. Самое вот меня интересует лаймовый цвет. Сами можете убедиться. Вот три точек. Один. И второй. И вот сколько зашло семян. Раз, два, три. Вот вам и стриженные семена. Так что да, можете делать сами выводы. Они у меня немножко вытянулись, потому что у меня заставленный уже балкон, полностью рассады везде, и я их отставила в такое место. Я их сейчас буду подсыпать. Так что да. Всем пока. Get up, get out of your bed.